На старте самые сильные, ловкие и дружные семьи. В минувшие выходные в областном центре прошел 10-й юбилейный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». Участвуют по правилам 12 команд. Взрослые и ребенок возраста старшей группы детского сада. Сразиться нужно во множестве эстафет на скорость, точность, силу. Данное мероприятие сегодня, именно в этом году, проводится еще в рамках областного проекта «Моя семья за ГТО». И сегодня на нашем празднике будет учрежден специальный приз за ГТОшную эстафету. Капитан команды обязательно ребенок. Здесь он представляет свое дошкольное учреждение. Так получилось, что все участники стартов этого года уже опытные спортсмены. Неоднократно принимали участие в городских состязаниях. Смена! Наша команда «Морская банда». Наш девиз. Люби всегда, люби везде, и путь найдешь в своей мечте. Семью Паньков на спортивные рекорды вдохновляет дочка Лада. Настрой у Надежды и Александра боевой. На состязание пришли не участвовать, а именно побеждать. Это второй раз, когда я тут уже бегаю. Ну, не тут, но я участвовала в других соревнованиях. Лада участвовала в соревнованиях межсадовских, где участвовали только дети. И мы, воодушевленные ее успехами, решили поддержать ее и в этом соревновании. Мы спортивная семья, мы занимаемся. Да. Влад занимается танцами. Папа тоже танцами йогой, а мама плавает. Да. Это серьезные соперники семьи Паньков, семья Риутских. Дочка Нелли занимается плаванием. Мама Марина – тренер, папа Денис – в прошлом спортсмен. Бегают быстро, прыгают далеко, бросают метко. А настрой такой, что покорить готовы олимпийские вершины. Начали участвовать вот именно за детский сад сентября месяца в кроссе наций, заняли первое место, потом была полоса препятствий, заняли третье место, и вот сейчас участвуем. Ежегодно спортивный праздник приурочен ко Дню матери. В шутку участники предложили устраивать старты и в честь других членов семьи. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.